Дорогие наши друзья и просто зрители нашего канала, мы спешим с вами поделиться печальной новостью из шоу-бизнеса России. Сегодня наш источник сообщает, что известный русский актер Виктор Сухоруков, известный нам по мотивам фильма «Брат 1, брат 2», сегодня утром в Подмосковье попал в жуткую аварию и на данный момент находится в коме. Как сообщает источник, встречную машину выкинуло на полосу, по которой ехал Виктор Сухоруков. Произошло лобовое столкновение. В той машине была девушка за рулем, которая практически не пострадала. А вот автомобиль Виктора Сухорукова был выброшен на проезжей части дороги и врезался в дерево. По прибытию скорой помощи Виктор Сухоруков находился в бессознательном состоянии, после чего он был госпитализирован в одну из клиник, где до сих пор находится в коме. Друзья, слух это или реальность, нам еще предстоит выяснить, но факт остается фактом. Давайте поддержим нашего любимого актера, пожелаем ему скорейшего выздоровления и успехов в дальнейшей жизни. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски. О свежем выпуске мы постараемся вам более подробнее и яснее рассказать, что же действительно случилось с Виктором Сухоруковым в тот злополучный день. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео.